который был построен в 1901 году. Музей создавался по инициативе жителей города, содержался долгое время на деньги жителей города и сочувствующих музейному делу. И все здания для музея были построены на средства купцов и жителей города Минусинска и близлежащих деревень. Музейные коллекции пополнялись так быстро, что в 1890 году, чуть ранее, стало понятно, что музей без своего корпуса жить не может. И вот на средства меценатов были собраны деньги в объеме 21 тысяча рублей. Был построен корпус для музея в рекордно короткие сроки. Его построили буквально за 4 года. И в 1890 году в мае музей распахнул свои двери и принял и коллекции музея, и первых посетителей.